Хера не надо. Меня бежит отряд дворфов. Пошли на 5 секунд. Зачем? Давно я не был здесь. Выходи. Тогда ключ. Забирай, пошел. Давай, давай, пуляй. Давай, давай. Я вот так сделал. Оп. Заточенные здесь духи вряд ли будут. Это же гильдия, это же как племя получается. Он полный. А у нас есть какой-нибудь главный пингвин, который может эти яйца высиживать? Какие чтобы яйца? По сроку быстрее было. Ну, знаешь, вот эти, с которых мало платы, там 5 дней надо ждать. Тайнава, говорят, очень хорошо высиживает яйца. Поговори с ним. Вот нормально. Я олень, а? Я уж какой раз хочу слетать в Крутогорье, взять это самое. Какой Крутогорье, ты о чем? Ты вообще пролегаю. А, ты об этом? В рубашках. О том, что у меня на спине? Да, тоже хочу. Ну а что, если по-нормальному не получается, может, с бубнами хоть прокатит? Ну, вон с Пашей одет, красиво, с этим. Слетал. Успею за 5 минут, ну, хрен с ним. Я этот, квест у этой, ну, типа, чтобы быстро проходить, вообще отменил эпохальный. Типа все равно не сделаем. Ну типа долго еще. Вот я ли. Как съездил вчера по делишкам Альдазар? Вполне успешно. А нам осталось от 2 ачивки. Фу, даже не доделали? Вы не очень любят. Кожешную сделали? Нам осталось коже и дева. Мы на деве встали, там нужно много демонхантеров. Мы собрали 4, но только один из них умел делать ее. А что там надо творить? Я бы сказал, только один из них научился делать. Он так и сказал. Там нужно прыгать. Знаешь, колодец? В колодце есть сфера посередине, ее нужно поймать. Когда ты поймаешь в колодце сферу посередине, появляется 4. Их тоже нужно поймать. Когда ты поймаешь 4, появится еще 4. Твою-то мать, вот же ж попрыгушки в колодце, блин. Та-дам. Ну, одно из самых ебанутых ачивок, знаете, это когда было на черноруке. Столь ебанутые ачивы я больше не видел. Пепел. На этот пепел. Я сейчас приду. Особенно в актуале, когда еще этот ЦН, или как его называли? Нет, не ЦН. Я бы сказал, что и на интуиции такая себе ачивка. ЦАП, точно. Пока что ЦАП не вышел, да, ачивка вообще хладовая была. Мне не понравились. Литейки как-то. Да. Ачивки на этом самом. На инквизиции не понравилось. Геморрой сплошной. Ну и неприкольная на сонме. Ну как, вернее, она забавная, но такая себе. А как там с мифик ценом? Вот идем в мифик цен. Ой, блядь. Стоп, подожди, вы так и не сходили, что ли, вчера? В гер? Нет. И никуда. Нет. Мы на ачивках сидели. Сейчас я понял. Кстати, может быть, пока что героик закроем? Лучше, да, ну там.
Честер никто не собирается убивать? Ну, где народ? Ну, 15 чел сейчас возьмем, пойдем. Остальные потянутся, пойдем на сестер. Может быть. Но это не точно. Нет, в принципе, на самом деле, по боку. Оранжевый ты тут? Что больше делать нефиг. На магии все, что можно, я сделал. На ДХ тоже. Мне коту прям барабаны вот эти тотемы заходят. Да, кот с ними, конечно, модно выглядит. Паш. Привет. Привет. Паш. Павлег. Что значит быть заигноренным орлом? Ну он пошел, летний угол. Привет, Маша. Привет. Надо всем дружно сказать, чтобы он поставил груплут. А ее кто? Да. Слушай, Паш сказал тебе печеньки за его счет. С меня печеньки за его счет, окей, подает мне печеньки. Не знаю, какие-нибудь. Вот это неожиданно, да? Ну, звучит как-то странно. Мне никто печенек не предоставлял. Сейчас посмотрю, правда, может, на почту что-то пишет? Не, мне должны были предоставить. Ну, за Пашин счет. Значит, Паша должен предоставить мне, а потом я должна предоставить тебе. Или наоборот, ты предоставишь, а потом он предоставит тебе. Но у меня нет печенек. Да что делать? Ждать, пока Паша их предоставит. Он же сказал за свой счет. Йок. Да. Ты умеешь за мага кнопки давить? За фаера, да. Просто что-то я никак не могу нормально разобраться. Ну, за фаера на самом деле тоже. Я вижу, рейд собран. Да, мы тоже, да, найдем. Че? Че? Я говорю, вижу, Паша. Рейд собран. Говорю, вижу рейд.